разложено. Кого мы? Пустошили, разложено, никто не поедет. Я говорю, мне же прислали 5 заявок. Не, не, мы заезжали. Позавчера мне говорят, заезжал к вам, у вас все было за 2 часа. Я вчера только появился после этого. Ну ты что, находишься уже какая-то? Что? Я сам уже этим стартовым номером стартует кандидат мастера спорта Минчанин Юрий Пенец. Представляет новый автомобильный спортивный клуб. Лидирует в чемпионате Республики Беларусь. Пятым стартовым номером стартует Олег Стошин. Мастер спорта
Чемпион Республики Беларусь прошлого года по летним трековым автомобильным гонкам, призер чемпионата в Беларуси по автомобильному кроссу гонкам, и мы его первый сезон видим на трековых автомобильных гонках. Под седьмым стартовым номером стартует минчанин, кандидат в мастера спорта Дмитрий Тюменцев. Под восьмым стартовым номером стартует мастер спорта по фехтованию, кандидат мастера спорта по автомобильному спорту, лидер чемпионата Беларуси по трековым автомобильным гонкам нынешнего сезона Юрий Рубинчик. Под девятым стартовым номером стартует мастер спорта, минчанин, представитель Республиканского учебно-спортивного центра Белорусского оборонного общества, чемпион прошлого года по зимним трековым автомобильным гонкам, чемпион 98-го года по автомобильному кроссу Андрей Пожорский. Третий результат показал себя на контрольных заездах. Под десятым стартовым номером стартует самый юный участник нынешних соревнований, мастер спорта, чемпион этого года по зимним трековым автомобильным гонкам Сергей Русских. Спортивный клуб один из претендентов на призовое место в чемпионате Беларуси этого года по летним трекам автомобильным гонкам. И Александр Ковалев, четвертый стартовый номер, также по летним трековым автогонкам.
автомобиля. К сожалению, автомобили все старенькие у нас. У нас были рубинцы 3 очка, если мы не знаем, и 2, и Дмитрий Цементов 1 очко. Деньги меньше, будет там так третьему заезду. Нет, ушел вперед, сердечник
позволяет. Итак, старт шестого заезда. Это два молодых гонщика, неудержимые, и будут бороться между собой, несмотря на то, что они совсем не помогли. Клинивается между ними, но по внешнему кругу не удается проходить. А тем временем Сергей Русских уходит вперед, за ним Александр Куделко, и Вячеслав Обишевич пытается вклиниться во внутрь круга, а дальше Александр Куделко не уйдет. Но Вячеслав Обишевич попытку еще предпринял, он приближается к Александру Куделко, он посмотрит, что был на этом повороте. Атакует Александр Куделко, держит на последний круг, тренирует все руки, на втором месте Александр Куделко. Убежит, если он войдет во внутренний круг, подходит, пытается выйти из Куделко, да удается ему. И Куделко оказывается сейчас, может оказаться вообще на четвертой позиции. Александр Куделко очко и соответственно занял второе место, Тюменьков третье место, Банкиров третье место. Юрием Чеменчуком и Юрием Рубинчуком.
Юрий Рубинчук получает 3 очка, Деменчук получает 2 очка и Александр Ковалев 1 очка. Потом идет заезд, уже некоторые из них 1-1. Атаковывает.
борьба, сейчас будет твердой позицией. Но тем временем судейская коллегия обсуждает. Вот видите, два лидера по сумме двух заездов. 13-й стартовый желтый автомобиль и белый автомобиль. Итак, фальстарт. Фальстарт, остановка гонки. 17-й фальстарт. Уйдите подальше от забора, в том числе представители заезда.
бороться, он не будет. Итак, так, вальстарт, был вальстарт, остановка горки, дубленку вальстарт. Предупреждение. Перезаезд. Дорожного заезда. Thank you.
вышел Евгений Кожанский, Погодский 9-й, Евгений Кожанский. Старший Ковалев. Приближается к финишу, лидирует Андрей Погодский, стартовый 3 очка получает, 2 очка, 4 стартовый получает Александр Ковалев и 1 очко 16-17 заезд. Но сам отряд лидирует. Юрий Рубинчик, его брат, вот он сейчас идет первым, он имеет 8 очков. Сергей Русских, 10-й стартовый номер, имеет... Итак, продолжаем соревнования. Продолжаем. 18-й. Как ложится гонка, Курсилка и... Thank you.
остановка Брюхальд-Старт. Итак, старт 19 апреля последнего заезда города. Thank you.
отправляемся. Финишу впереди. На соревнованиях у него второе место было.